когда они должны искать новые стратегии, новую импу, раскрывать новую мету, как вообще по карте двигаться, советовать своим игрокам. И заметь, у Индзабрид шафл минута бонус тайма. Да, ребята в лобби зашли, видимо, не вовремя, или с камерой там были проблемы, честно, не заметил, но да, админы, PGL очень строгие, мгновенное наказание. Банчена, ты об этом говорил еще до матча, да, тут ITB Shuffle готовится, хотя мы с тобой уже обсуждали, чем похоже на First Ban или Ban первой стадии вообще во всех играх. Завтра по Dream League будут еще больше понятнее. На Бисмастера банят сами Айви. Видимо, не чекали ни страничку Ады в матчмейкинге. Они и забанили своего же. Это же Айви забанили, поэтому... К себе как раз таки, я думаю... Похоже, чекнули. Так что к себе, я думаю, мог сыграть намного лучше. И Муэрта снова в бане. Не сегодня. Не сегодня, хотя ладно, сегодня еще и, может быть, третья карта, еще и следующий матч остается у нас. Так что, может быть, мы еще увидим. Ну, вряд ли. Если ITB Shuffle уже дважды подряд банят Чена плюс Мэр, то они, скорее всего, ее больше не выпустят. Если даже третья карта у нас будет. Но вот третий матч, конечно, там может быть поинтереснее. Ну что, будем ли снова мы террорплей лицезреть на первом? Да вряд ли. Скорее всего, это было исключение, потому что это был закрывающий пик в первой стадии. Сейчас у них дабл пик. Скорее всего, будет что-то нейтральное сейчас взято. С потенциальным флексом. Может быть, какой-то клок в ответ на инчу сразу же. Мы увидим. Может быть, даже клок Мирана. Почему бы и нет. С такой комбинацией саппортов получилось выиграть в предыдущей игре. Но я бы сказал, что Мирана меня не впечатлила от респекта. От него как будто бы очень мало было импакта. Но на линии вроде бы неплохо постояли. Но после этого Мирана как будто бы не видно было. Да, согласен. После линии, правда, закончилась вся магия Мирана. Наверное, только от Мулайта оставался какой-то импакт. Хотя Миране там было с кем играть. Тот же Primal Beast. Закидывают пульверайз, ты издаешь стрелу. И 5 секунд стана практически всегда обеспечено. Но вопрос остается. Ты сказал, что Террор Блейда не будет. Я в целом тоже не хочу видеть Террор Блейда. Не вижу в этом никакого смысла. И это Дум. Ну, вот это крепко. Это крайне крепко. И Пел на первой стадии. Ну а почему бы и нет? Это хороший пик в Дума, ты... Ну хотя, ладно, новый Дум, который собирает Аганим, по идее, против ПЛа очень эффективный. Это раньше было очень трудно дать настоящего ПЛа какой-то Дум, тем более, там, если появится какая-нибудь линка. Тем более, сейчас у ПЛа, кстати, еще и шард, который апает твой ульт, где ты можешь его нависывать и... Очень уж он... Неуловимый. Наверное, так сказать, правильно? Ну и что ж, какие-то баны под ПЛа должны. Ну, наверное, Дарксира нужно убирать. Дум все же флексится. Какого-то Дарксира ты точно против ПЛа видеть не хочешь. Это, наверное, один из лучших героев. Я уже, на самом деле, забыл, кто такой Фантом Лансер, кто его контрит. Обычно это, может быть, был даже какой-то Акс. Ну вот, наверное, знаешь... Очень похожая история с какой-то Нага-сиреной. Те же самые какие-то лишраки, Эмберы. Ну и Дарксир, обязательно нужен Дарксир. Мне кажется, от него точно нужно избавиться. Хотя при этом придется делать керри Дума. Но что в принципе неплохо, почему бы и нет. Кстати, по поводу Дума, я думаю, все-таки на тройку он может пойти, во-первых. А во-вторых, Акс как контрапелла сейчас выглядит наиболее круто. Потому что механику псевдорандома убрали у Акса. Теперь там, на каждый седьмой, или шестой, или пятый, или четвертый удар, в зависимости от уровня, у тебя будет срабатывать контрхеликс. И если ты купишь Аганим Шард, то кулдаун на контрхеликс, который появляется, его не будет вообще. То есть буквально против ПЛа Акс может крутиться бесконечно. Да, мне, конечно, нравится Акс, но мне кажется, Акс Дум как-то не стакаются два героя. Вот Акс Дарксир, точнее, Дум Дарксир. Выглядит круто. Не, я согласен. Я и Дарксира не хочу здесь. Я в целом говорю, что почему Акс сейчас... Так объясняй давай, почему Дарксира не хочешь? Я не хочу Дума Кэрри от Атакера. Я уверен, что Ксиби на нем намного лучше справится. Так может быть это просто будет Дума Суприм в таком случае? Кстати, Алхимика забанили. Это была точно очень хорошая контра. Всегда по Элу. Я уже начинаю потихонечку вспоминать. По бану
Алхимика, как это выглядело. Как будто бы это было вообще уже в Доте 1. Настолько это давно было, когда ПЛ пикали. Есть контра еще одна, секретная. Это Мистер Свен. Ну, не то чтобы такая уж секретная, но я бы все же хотел панить каких-то героев типа Лишрака. Потому что Лишрак, думаю, зайдет здесь вообще отлично. Для Into the Breach. Он и с ничего отлично справляется, и с ПЛом. И, в принципе, по пику, ну, никогда не портит его. Тем более, можно его будет взять на 18-й. Что-то там против него подбанить. Все еще в пуле остается, кстати, Пангольер, который тоже хорош ПЛа. Ну, есть чем прикрывать. Пока что метовые герои присутствуют. Мне кажется, еще антимаг остается. Из неплохих вариантов. Против ПЛа? Ну, вряд ли. Мне совсем не нравится, если честно. Антимаг. Ну, статистика Dota Buff с тобой не согласна. Что он там, как полная контра выступает? Да, да, в пятерке лучших героев. Ну ладно. Даже выше Дарксира. А мог бы ты озвучить это? Вот Дарксира банят, а антимага нет. Нет. Кто же там топ-1? Контра. Акс. Ну ладно. Акс, Атакс. Ну ладно, Дарксир, Алхимик, Эмбер. Вот такие вот баны. Что я тебе шафл банить, честно говоря, у меня вообще идей нет. Герои Кьюпа. Осталось 5 секунд. Ну, по идее, тогда надо еще Клока забанить, если банится герой Кьюпа. Нет, просто решили забанить АД, хотя у Into the Breach шафл у самих есть Дум. И Дум отличный герой против АД. Невозможно вообще на АД играть. Ну и что? Нужно раскрываться, наверное, на саппорта. Кто осталось хорош в ПЛ на саппорте? Феникс какой-нибудь, может быть? Осталось 5 секунд. Куча магического урона. АОЕшный. Крайне годно звучит, да. Переработанный Легион Командер нынче. Теперь пресс-атак дает скорость передвижения. А отцы, по-моему, они теперь не направленные. И они дают теперь скорость атаки. И при этом отца можно использовать прямо в момент дуэли. Вот. Так, что-то еще посмотри, исправь меня, но вот что-то из того, что прям сразу вспомнилось. Потому что интересно. Это он прям крайне переработанный герой. Угу. Да, и теперь отца кастуется прямо вокруг тебя, как стан кентавра какой-то. Судя по всему, нельзя их больше кидать на цель. Что, не знаю, круто это или нет. Но то, что можно в дуэли юзать, это приятно. То есть ты раньше должен был нажать прес-атак, потом дуэль, а теперь ты можешь просто задуэлить и нажать отцы. И сразу же получить баф на скорость атаки. Даунбрейкер, да, тем более, знаешь, это как будто бы два в одном скилла тебе обвинили. Ты теперь и линию можешь распушивать, и одновременно получать еще и бонус. То есть теперь у тебя точно вообще нет никакого выбора, ты точно должен максить отцы в таком случае. Очень интересно. И пресс-атак, допустим, в единичку оставлять, этого будет уже достаточно. По Даунбрейкер тоже погляди, я помню, там много было буков. А там, по-моему, наоборот, ничего нет про Даунбрейкера. Да, ну там очевидно, что там эффект сопротивления. Снизили теперь стан немножко, и все, в принципе, там немножко переработали таланты. Ну, в принципе, ничего особенного абсолютно. Очень мало изменений. Тогда вопрос. Зачем они пикнули Даунбрейкер? Почему Даунбрейкер-то здесь? Ну, возможно, это тот самый герой, на котором Ада сказал: ну, ребят, вот на ней я точно сыграю нормально. И на ней будет по кайфу. И похоже, что... Вообще, знаешь, возможно, Даунбрейкер в этом патче станет намного лучше, потому что столько кемпов, столько фарма на ней обычно не хватает вообще на карте крипов. Она очень хорошо их фармит. При этом она может все время с тобой, ну, оказаться вместе с командой. Она придет, ну, она ладно. Неплохо раздает. Что-то новенькое, как минимум переработанный Легион Командер. Я просто не совсем понимаю позицию эту Легион Командер. Но Лишрака взяли. Это троечка, конечно. То есть Doom Carry, Легион тройка, Лишрак на мид. Ну, Лишрак тут вообще вопросов нет. То, что он оказался в пуле. Просто банов у Айви не хватило. Забанить вообще Лишрака. У ИТБ Last Pick. То есть они реально могут еще все зафлексить. Может быть, это Doom вообще будет четверкой. Возьмут они еще кого-то керри сверху. По идее, это Doom, кстати, неплохой лесник. Для того, чтобы роль новую выполнять. Крипов, кемпов много.
Дум, может быть, через лес вообще раскроется сейчас? Задумка, возможно, именно такая. Я пока вот не понимаю, да, с Легион Командер, наверное. Дум, я понимаю, лишь рак Мирана, но вот Легион Командер куда здесь втесалась? Не знаю, может, кто-то из игроков ITB Shuffle матчмейкинг поиграл или увидел, где Легионка там разносит. Даже интересно будет посмотреть. Ладно, это все равно будет любопытно. Новый переработанный герой, один из немногих, которого так прям значительно изменили. Все-таки две способности переработаны были. Кстати, интересно, что Найкса против Пейла банят. Возможно, думают, что Найкс хорош с каким-нибудь Радиансом, возможно, против Пейла. Угу. Конечно. Так, в принципе, есть. Ну, слушай, остается Свен для меня. По идее, остается еще какой-то Сларк. Тоже должен быть неплох. Если именно насчет керри думать, Паунсом он находит настоящего, Пейл больше не может нажать со второй скилл в этой привязке. Тем более есть АОЕ урон. Сларк выглядит неплохо, но и будет ли ему линия какая-то? То есть против ДБшки стоять не просто со снэпкой. Может крепко получить там. Линия выглядит очень крепко у Айви на самом деле во флейде. Ну что у нас остается? Кто-нибудь в центр должен пойти от Айви? Пангалер в бане. В принципе, без разницы, был бы Пангалер или нет. Против лишь рака. Может быть, кого-нибудь просто ДК возьмем? Осталось 5 секунд. Никто его не пикает, заметь. Сетапчик неплохой. Герой, которому, в принципе, вообще без разницы на харас от лишь рака. Может быть, какой-то Primal Beast центр также зайдет залететь. Тоже неплохо. Я бы хотел увидеть кого-то силовика. У них 1 секунда вообще осталась. Снайперу, ну... Снайпер, конечно, хорош для Шарка, но это снайпер плюс ПЛ. Я не могу сказать, что команде Айви не хватит фарма на карте. Уже невозможно про это говорить, потому что фарма теперь хватает на карте. Мы это прекрасно должны понимать. Но вопрос в том, хватит ли им времени. То есть фарма хватает, но хватит ли им времени. Не знаю, мне пока пик снизу нравится. Если сейчас с ITB Shuffle не возьмут что-то, наверное, что будут давить, то Айви есть чем дефить базу. Кроме Легион Командера, никто на тебя прям на голову не прыгнет. Я бы тоже не сказал, что пик какой-то плохой, тем более, что это новый патч. По идее, ситуация, в которой у тебя три кора, это может быть рабочей темой. Сларк с Аганимом. Ну вот тебе герой, который прыгает на ПЛ, который прыгает на Сларка. Такого Сларка, на снайпера, я имею в виду, естественно. Ну, сложно сказать. Я бы отказался от кого-либо предикта в этой игре, потому что пик у Айви мне действительно нравится чуть побольше. При этом игра Into the Breach мне нравится чуть-чуть побольше тоже. И это все вот накладывается на какие-то 50/50 предикт. Так что сложно. Четверка Doom, тройка LC, которую мы, в принципе, не видели в действии еще пока что. Не представляем, на что она способна. Но против Пэлла должна быть точно неплохой. Ой, не знаю, я опять думаю, что это будет очень тяжелая карта для ITB Shuffle. Я думаю, что она будет идти там до минуты 20 в нуле по золоту. Но вот четверка Doom меня подкупает очень сильно. Но и с другой стороны, Легион на позиции 3 меня пугает. Неужто это такая контра Лансеру? Да, я понимаю, там механику отцов и все такое. Но неужели какого-то Андерлорда пикнуть было не проще? На ту же тройку? И просто... Ну, или того же самого Акса, про которого ты говорил. Ну да, да, да. Да, вопрос к Легионшу, конечно, остается открытый, но, возможно, сейчас Ксиби утрет нам нос, покажет, как это Легионша действительно работает против ПЛа. Видимо, это для него очень комфортный герой, так что почему бы и нет? Если он уверен в том, что его Легионша сможет законтрить ПЛа, то пускай, вперед посмотрим, как это работает. Да, коэффициент на матч выглядит очень страшно. При счете 1-0, 1-0-8 на ITB Shuffle. Но я думаю, что Айви могут попадаться. Не уверен. Вполне вероятно, может и 2-0 закончится. Но, знаете, нет такой уверенности, как в некоторых матчах тех хаслеров. Ты такой смотришь, думаешь, да, все, после такой первой карты уже не проиграть. И драфт оказался там стабильным, идеальным. Нет. Тут может случиться все что угодно. При этом
как мы сказали, наверное, мотивации у той и другой команды хватает. Ivy борется за выживание. ITB борется в какой-то степени также за выживание, борется за место повыше, чтобы заработать больше золотишка. По поводу топ-2, там шансов уже, боюсь, знаешь, нет. Мне по прошествию трех карт, что мы посмотрели, хочется уже поверить в какой-то супер жадный пик. А у Ivy пик супер жадный, просто жаднючий. Чем того, что игры все время затягиваются за территорию 40-й минуты. У Ivy есть все шансы, абсолютно все. Два героя с ночным виженом встречаются, кстати. У снайпера он, конечно, не 1800, как у Сларка, но тоже хороший. Опа, быстренько уничтожение чужого вижена. Глазиков 1.35 на ITB Shuffle, 2.9 на команду Ivy от Bad Boom. Промокод DPC, вводите его при регистрации, удваивайте свой первый депозит. Легион Командер со старта Vanguard стоит в квикбае. Может быть, и Кримсон какой-то появится. Кстати, мы как-то с тобой не обсудили, что в этой доте удалили худ. Худа больше нет. Худ в Defiance был уничтожен. Ну и да, вместо него ввели... Этот, я уже, если честно, забыл, как называется, кейп. Светленький. Eternal Shroud, по-моему, называется, вспомнил. Теперь он должен стать альтернативой покупке худа. Кстати, его неплохо бафнули. Теперь весь магический урон, что в тебя прилетает, он тебе ману восстанавливает. Это пассивный эффект. Не надо его там использовать для этого. Ну что ж, расходятся по лидиям игроки. Ничего необычного. 2-1-2, хотя в прошлой карте купе стартовал триплой, после чего нажимал ТП скроллом, а не через портал. И я все же жду, вот пока что еще ни одной перетяжки через портал я не видел. Я хочу увидеть, как это будет вообще в действии, когда либо саппорт, либо оффлейнер просто такой думает, а пойду-ка я гангану другую линию. И выходит и убивает. Да, согласен, вообще звучит как крутая механика, но пока мы только увидели ранние перетяжки от мидеров, ну, в общем, это и в прошлом патче могли видеть. Ну, я думаю, случится уже в этом втором дивизионе, матчей еще предостаточно у нас, смотрим мы до 26 апреля Европу, и еще и переигровки потенциально будут, в общем, вплоть до начала мажора в Берлине. Ну и Phantom Lancer сегодня был, возможно, кто-то пропустил, первая карта, очень уверенно ПЛ оказался. Может быть, там первые 20 минут его не было видно, но потом он просто уничтожал. Интересно будет посмотреть за матчапом в миде. Вроде бы как у снайпера здесь неплохой матчап для него. Но пока что по хп серьезно проседает. Ну и по ласт-хиту не сказал бы, что супер жестко лидирует. Да, здесь, я думаю, с каждым уровнем по снайперу должно быть попроще. В целом по игре будут проблемки, если Легион Командер... которые будут прыгать. Я думаю, что лишь рак вполне вероятно прикупит себе блинк. И тоже будут к этому снайперу прыгать. Ну, у тебя всегда есть граната, есть Hurricane Pike. Как-то уж справится. По игре Immersion бегает, разменивается с Enchantress. На готове, если что, появится какой-то крип, сразу можно его съедать. У Дума все будет в порядке. Снизу атака. И минус Мирана. Классно разыграли. Очень сильная дабла. Снэп Даунбрейкер. Там неважно, кто тройка, кто четверка. Такой дабле там можно, конечно, создавать. Полное веселье. Immersion ловит это гранату. Очень ему тяжело, если будет еще одно копье. Тикает. 15 урона в секунду, этого хватает. Но вот кровавая граната впервые показывает результат. Покупаешь на линию, без нее бы фрага бы и не было. Так, вот это к себе пытается убежать. Конечно, пространство огромное для того, чтобы побегать. Это никакой не тупик на оффлейне. Но пока что Doom тяжеловато ему, несмотря на то, что крипа он может съесть на линии, но это все же Doom, милишник, который никакой атаки не имеет. Может он просто бегать и есть крипов инчи, наверное, это не то, что ты хочешь против Пэла иметь. Против Пэла хочется линию как-то покрепче выигрывать, но ни о ком выигрыше линии пока что вообще дело не идет, у Пэла топ-1 крипстат. Ну вот и Легион, что, кажется, собирает себе Вангвард к себе. Неплохой выбор, но, кажется, по ресурсам все будет очень плохо у него. Не хватит ему маны на то, чтобы использовать спойл. Ну, кстати, огромная ОЕ отцов вокруг Легионки. Ну да, она выглядит, конечно, масштабно. Ну, пока, да, Дума здесь дать помощи не придется. Хотя, ладно, в какой-то вот степени помощь придется. Да, хороший крип от Immersion'а.
Но при этом не стоит забывать, что Инча может его пуржить. Бесконечно ты это делать не будешь, да? Постоянно ты же не будешь, тебе же Инчант кулдаун очень большой. Да, я поменьше у Айс Армора. Наверное, на какую-то атаку можно попробовать, но если что, Дума очень быстро обновляет, да, и ты Инчант отдаешь. Поэтому смысла в этом будто звучит не особо много. Лишрак на центре, один скрипов, и у снайпера уже 17. Посмотри, как все изменилось. По первым минутам казалось, что неплохо давит леший, но снайпер выстоял. Немножко не та статистика. Ну да, да. У Сташкова на Лишраке традиционный винрейт там под процентов 15, как мы знаем. Ты вообще не его герой. Зато против как Лишрака стоять он очень хорошо должен знать. Да, видимо, против него стояли. Снайпер мы наказывали. Сташков и его винрейт на Лишраке, это, конечно, такой мем у нас уже. Точно имеется. Пока что я еще не видел, как он выигрывает на Лишраке. То есть такого не было. Хотя вообще в целом редко выигрывают командави. Возможно, дело как раз-таки вообще не в Лишраке. Что, и классно стало? Так, как же вообще все меняется на топе? Буквально еще минуту назад к себе гоняли лоу хп, тут же приходит и мерчант с Вайс Армором, и все. Начинается фрифарм, скоро еще будет вангвард. Промакшивается пассивка. Много крипов у Легионши есть. Ну, хотя... Пока Дум уходит, не так-то уж и приятно здесь стоять. Импетусы все еще наносят полный урон. Никак вот этот чистый урон не блочится. Нужно, наверное, хилиться за счет пассивки. Да, рейндж шотсов и правда пугающий, наверное, 700 радиус. Зацепить можно вообще любую линию. Так, у нас тут битва на двух фронтах. Уходит Даунбрейкер, а вот что к себе будет непонятно. Дерется вот до конца. Еще один импетус. Еще одни отцы появляются. Регена очень немного подлетает, тут же фласка восстанавливается. Ну да, похоже, что для Ксани эта линия становится все проще и проще с каждой минутой. И Джем Винсент на этой энчантерс ювелирно работает. Думаешь? Мне кажется, с левелом будет все сложнее и сложнее, когда отцы будут 3. Там ПЛ уже особо-то делать нечего будет. Хотя, также и пассивку можно в 3 взять. Больше отхиливаться. Тем более, что сейчас приедет вангвард уже к ЛЦ. А у ПЛ поверспайков-то никаких не будет. Особо серьезных. Я пока что за Легионшу на этой линии, хотя у нее на 6 крипов меньше. Но думаю, что все должно исправиться. Как только ВГ появится. Ада нападает на Мирану, но тут уже липы есть. Не так-то просто ее забрать. Ну и с другой стороны, Минтус Бриджу тоже нечего делать. Они никого здесь не убьют. Если сами попробуют нападать. Респект. Ага, может и нафидить здесь, если есть шотган. Все в порядке. Уходит на липе. Да, по нетворсам мы видим, просто тройка игроков Айви в топе находится на данный момент. Ну и вот первый фраг. Наконец-то для ITB Shuffle. Бонус 100% на первый депозит от BitBoom. Промокод DPC, вводите его. Лутайте свой дополнительный бонус. Все подробности на баннере по трансляции. Ну и все же таки доигралась Мирана. Очень глубоко зашел Кьюб. Савчик после прошлой карты пытается реабилитироваться в том числе. Ну вот, да, по цифрам видите, все катастрофа происходит. При условии, что скаллейт потенциал опять же у Айви крайне мощный. Они так старт начинают. Ну, все же лейт потенциал это не самое главное. Маловато дизейблов я вижу просто у Айви. По карте им будет играть не так-то просто, кем вообще нападать, кем инициировать. Такого героя в игре просто нет, который, допустим, прыгнет, даст сан. Все же Снэпфайр и ее куки, это, наверное, не то, что ты хочешь. Много героев просто увернется от этого. По идее, в каком-то мидгейме будет Айви очень тяжело играть, но при этом прекрасно понимаем, что если получат не свои предметы, купят какие-то хиксы, купят урон, у них будет все супер. Появляются руны мудрости. Руны есть, да. Дайр ее уже забрали. А у Рейдент она все еще лежит. Можно Думу сбегать и правда. Вот на респект, на Миране. Немножко, опять же, мы удивились этот драфт увидеть, потому что Мирана на прошлой карте не особо зашла. Но здесь пока, мягко скажем, не получается. 0-2-0, помощи на легкой для Сларка никакой нет.
Скорее мешает. Здесь опыт ворует. Сларк остается один. Сейчас доберет атакер хотя бы уровень 6. Будут пытаться снова тащить эту катку. Выход на поварапы. И полный контроль от команды IT Bishuffle. Вообще Айви эти руны все игнорируют полностью. Тем самым позволяет ускорение забрать Суприму. Может быть, мы увидим от Суприма в будущем ганы под эту руну. Как же много урона. Есть же дуэль еще, нет? Да, появилась дуэль. Появилась дуэль. Нужны побольше маны, чтобы можно было дуэль нажать, отца нажать, и тогда Ксане точно в таверну отдыхать. Да, ведь спокойно. Легион сейчас может под тавером вообще находиться. Под пачкой крипов. У пассивки 2 плюс вангарда должно быть достаточно, чтобы это все толковать. Ну да, да. Ты оказался прав. Просто уничтожается лансер. Даже не пытается тут пытать удачу. Так скажу. На Q по нападению. Это самая руна ускорения. Телепорт сюда от Enchantress, наверное, лишний. С другой стороны, Enchantress на легкой тоже стоять уже не может против Legion Commander. И как-то компенсирует Legion Commander проигранный мид гангами. На мид проигран просто в салат. Просто в салат. Да, уж у снайпера топ-1 Net Worth. 4000 имеется. Но, кстати, все равно, вот пока что с линии чувствуется, что меньше дается золота. Просто... 4000 с полностью выигранного мида на 9 как будто бы маловато. Хотя еще есть целая минута до 10, если у него будет 5000, то это будет крепко. На Ксибе выход, но кажется, его не смогут забрать. Надо без чуть побольше 6-го левела у Кьюпа. Точно, точно, так, конечно. Солоринг есть, так то любой момент к себе, я думаю, дождется возможности и сам нападет. Чтобы да, вот в 4, можно спокойно вбегать. Уже на топе, кстати, что-то происходит. Такой легкий экшен, просто выход в пейла, отцы нажимаются, крипочки дофармливаются, по нетворсу уже Легион Командер близится к топ-1. Интересно, насколько будет быстрый блинк и будет ли он вообще покупаться в ближайшие 10-15 минут? Или как выход, куда это опять же, игра в ауры какие-то, Кримсон какой-то быстрый, я не знаю, там, какие планы вообще у Ксиби. Алибарда мне здесь очень нравится, кстати говоря, очевидно она будет на каком-то этапе игры. Просто вышел, законтролил руну. Кайф. Саплейна. Казуальненько так. Ну, видимо, что-то чувствует, что на топе его там ожидают, пытаются убить. Хотя это не так. На топе находится просто снэпка. Можно было бы продолжать, наверное, на легионше прессинг на топ накладывать. На топ-вышку. Есть вейс и солринг. Кстати, не уверен, что Солоринг ему был необходим. Он мог просто лотосы лутать каждые 3 минуты. Возможно, ему бы хватило маны на все про все. Ну, кстати, да. Про лотосы как-то забывается, да, все равно, что эти лотосы есть. Я не вижу, купе, кстати, не забывает. Он... Вот купе бегает и постоянно лутает их. Угу. Возможно, у него уже есть какой-нибудь прогрессионный лотос. Так, ну что, попытка напасть, вот видите? Не-не-не-не-не. Очень жирная снэпка. Хоть и универсальный теперь герой по атрибутам, но силы все еще много, бить не получается. 2-3. За счет Легион Командер получилось немножко восстановиться. Да и Сларк, мы видим, по салатишку камбэкнул после того, как Мирана ушла. И Сларк просто стоит под уровнем высоким, фармит. Убить его нечем, ты уже говорил, проблема в дизейблах. Их очень мало, Сларка не поймать. Ну а к себе дефит катапульту. Ну что, это байт. Любой, кто сейчас подойдет к Legion Commander, умрет. Выгоняет снэпку. Это даже не похоже. Хотя, стоп, смотри, ПЛ здесь рядом. А что здесь хотят, да, ребята? ПЛ просто делать? Качается. Тут кемп. А, ну да, точно, это же лес у аванпоста. Все четко. Фарм идет. Или нет? Снайпер пришел, не понял. Снайпер может стреляет, быть, ловит ум. А зачем? А зачем? Странно, а где вся команда? Тут же только что был Лишрак, только что была да, Легионша. Страшно лететь, 100 телепортов плюс портал рядом. Ну, мне кажется, зря. Могли вполне подраться, ПЛ вообще не боевой совершенно, плюс снэпка в мидрейнже тоже угрозы не представляет. Я бы хотел увидеть драку в том моменте от The Bridge. Могли бы они очень хорошо разменяться, забрать снайпера, может быть, какую-то дуэль выиграть. Странно, трусливо играют. Может быть, какие-то там даже телепорты. Ты даже представь, что Сларк стоит снизу, но при этом он в любой момент может в портал зайти и помочь своим тиммейтам. Ну да, ну... Окей, да, наверное, просто не договорились. Эмершин, может быть, так же, как и ты думал, а вот команда так не думала. Потеряли Doom. Я бы сказал, что Doom-снайпер — это вообще такая история спорная. В этом плане Phantom Lancer намного эффективнее, или даже Dawnbreaker, или даже Snapfire.
Снайпер такой герой. Опа. Слушай, ну атакер так-то на грани. Атакер на грани. Мунлайт сразу после Shadow Dance. Не хватает урона. Сларк много стаков набрал. Но пока еще не боец. Пока еще Сларк не боец. Ждем диффуза. Диффуза это такой основополагающий предмет, который позволяет уже убивать. Башня падает на топе. Легион Командер. Да, линию уничтожает. И Бринг будут покупать. Очень быстрый. Все же быстрый блинк. Значит, снайперу ПЛу приготовиться. Будет страшно. Ну, сложно, наверное, назвать это быстрым блинком. Все же есть промежуточный артефакт Ангвард. Блинк, по идее, будет минуте на 15-16. Там уже может у ПЛа появиться и какой-нибудь диффуз. Кстати, посмотри. Медасик. У Ксани есть медасик. Кажется, он понял новый патч. Кажется, он почувствовал доту. Уважаемо. Уважаемо. Ну, правильно, правильно. Ой, что с лицом Домбрейкер? Страшно, вырубай. Да и непонятно, кстати, вообще, стоит ли сейчас покупать эти ауры. Вот ДБшка покупает грифсы, нужны ли они вообще? Вот этим файтов особо аргументируй, почему нет. Да хватает фарма, чтобы, мне кажется, в 3 кэри играть, нет? А, в этом плане. Ну... просто можно, может быть, в какую-то спокойную БКБшку выходить. Дизольку. Также и пригодился бы, скорее всего, блинк. А зачем? Я просто пытаюсь понять, а для чего это делать вот так вот? Тебе не хватит двух кэри, думаешь, чтобы тут всех перебить 100 раз? Не, ну, кстати, ладно, с двумя кэри точно должно хватать. Сборка правильная, тут я с тобой соглашусь. Я просто фантазирую, как можно вообще поиграть сейчас в новом патче. Просто когда я думаю о том, что оффлейнера можно собрать в кэри, у меня там это, нейроны активизируются в мозге. Выход на ПЛа. У него есть вард. Он должен все видеть. Кажется, он почувствовал сейчас то, что тут стоит дом. И Мершин, возможно, не понял, что вышел из смока. Но хотели нападать через легионку. Да, ну игра, конечно, скажем так, опять же, похожа на какой-то мой РПГ. Все фармят. Ни одной дуэли у нас не было до сих пор. И, по сути, единственная такой попытка совершить тимфайт на топе, которая заканчивается тем, что тебе шафл просто отступает, оставляет одного бедного дума драться. Бладстоун у Лишрака, диффуза у ПЛа и не грифсы у Ада. Теряет он курьера. Интересно, такие тайминги прям, знаешь, вот 1-2 минуты, похоже, будет прям, будет мясо. Будут драться команды, потому что все для этого-то в целом есть. Так, кстати, выход сейчас на купе может... получится, телепортируются Immersion плюс к себе на топ. Могут выйти в спину. Ну, аутпост Вижна больше не дает, все нормально. На варде все было. На варде видели этот телепорт на портале, поэтому должны Ави понимать, что происходит. Будут ли давать дуэль Ксане, если делать это делать сейчас. Нет, прозатак. Прозатак теряет скорость передвижения, поэтому к себе на большущей скорости уходит. Ну и захлебывается эта атака. Если так можно ее назвать. ITB отступает снова, качать лес, а у нас коэффициенты обновились. 1.5 на ITB Shuffle, 2.4 на команду Ivy от BitBoom, ну и также от BitBoom промокод DPC, который удвоит ваш первый депозит. За счет Дума, конечно, золотишко будет капать. В такой игре Doom 4 он себя будет проявлять наилучшим образом. И он тоже будет идти с Гурпанцем и Кором. Собирает он грифсы, будет он полезной команде, нет никакого блинка быстрого. Мне нравится, тем более с левелом сейчас. Можно лутать, ходить руны мудрости, можно левел иметь, можно девауэр промаксить будет потом. Оставить Infernal Blade в единичку. Ну, интересно, как команды просто постоянно летают из портала в портал. Туда-сюда. Вот наведение портала мне прям очень нравится. Пока что на лайнинге я не видел вообще никакого использования. Вот прям вот когда на лайнинге его начнут обузить, тогда... я пойму уже. Ну да, пока его использовали ради рошанов, это крайне эффектно выглядит раз за разом, что мы не смотрим. Опа, под диффузами больновато. Ага. Очень плотно Домбрейкер летает там на хп 900. Просто с одного выхода Сларка, ну и легкой помощи Мираны. А Сларк, я думаю, еще будет такой большущей главной болью, когда мы увидим первый тимфайт. Но вот атака. Легион Командер с Брингдаггером. Даже Энчантрас может залутать. Ну дуэли-то хочется уже урон зарабатывать. Энчантрас, а рядом снайпер, а вот это уже интереснее, Мунлайт активирован, нет никакого вижена, глубоко придется прыгать, дуэль в инчу. Ты чё, дядя? Ребят, вы чё? Ребят, надо это, торнадо энерджи, срочно.
Получить мощный заряд энергии? Мощный заряд энергии нужен точно. Что это было вообще? При том же, Ксиби мог Overwhelming Odds заюзать в дуэли, как ты мне сказал, что в дуэли он использует теперь, но ускорить атак спид свой. Но при этом ничего подобного не случилось. Какая-то вообще невнятная дуэль в инчу. Выход в купе. Есть ли у купе форсик? Есть форсик, ну все. Теперь, ага, вот это... Ага! Пока что он застрял. Неожиданно, да? Да, вот эта точка. Вот эта точка, надо запомнить. Зафиксировали. Портал сел света. Точка рядом оказалась ямой. Я бы не удивился, если бы у КП в этой игре фаст МКБ стоял, но тут вроде бы сборка хорошая, появился форсик, но почему-то он все равно не спас. И Ады. Кажется, вот Ады точно должен здесь фидить, потому что у него форсика точно нет. Думят его, чтобы он не нажал меку. Правильно, правильно делаю, да. Ни ультимейта, ничего не будет. Вот это хороший Дум. Я думаю, это лучшая цель для Дума. Я не могу представить в файте кого лучше Думи, чем Даунбрейкер. Пэлла. Да, наверное, Пэлла просто должен врываться... Ну, Пэлла настоящего надо поймать еще. Да, лучше это Легион Командер пусть занимается этим, я бы так сказал. Или Шрак. А вот Даунбрейкер с этими аурами, способности КД низкий. Это прям будет классная цель. Я думаю, что Даунбрейкер не будет выходить с этих Думов. Придется позаботиться попозже по линке. Иначе будут проблемки. Так, это получается большой лотус, да, лежит у Лансера? Ну, это второй уровень. Да, да, да. Большой лотус. Ну окей, вообще это крутая штука. У тебя 1200 хп. И реально там, если за дуэль не убьют после дуэли. Хотя, ладно, тебя из-за дуэли должны убивать. 1200 хп, плюс отцы летят. Плюс там Лишарак подойдет. Вы же понимаете, как легко убивать Пэла просто при дуэли. И да, Лишарак, тем более пока что рядом. У никого мэтчслейера у Пэла нет. По идее это один из лучших артефактов против магического урона. Но все же появиться он должен. Тем более, что у Пэла медасик. Пэл выфармивает очень быстро. Думаю, что мы сейчас увидим аганим от Сларка. Можно будет разобрать саблю. Получить одну составляющую, купить поинт-бустер и поехать по карте. Да, Сларк хорош. Диффуза, сабля. Люблю очень этот билд. Тем более, опять же, напомню, что диффуза можно апнуть. И мы этого момента с терпением ждем, рано или поздно это случится. Опа! Ну что, снэпфайр в этот раз. Неужели это будут первые 10 урона? Но брейкер приходит. Там параллельно еще битва с боссом. Ребята очень глубоко зашли. У Лишрака потрачен бластон. Очень мало ресурсов для драки. Телепорт от Суприма. Да ладно. Ну да. Вот еще раз. Еще раз мы видим проблему драфта. Станов мало. Только снайпер, по сути, тебе может остановить. Ну и печенька снайп. Снэпфайр. Так, ребят, лотос лежит. Возьмите лотос. Не, ладно, лотос. Не до лотоса пока твоего. И первый аганим-шард. Для кого же? Для инчи или снэпки? Для снэпфайр аганим-шард. Очень хороший аганим-шард. Повезло. И сразу же руна опыта. Парни, руна опыта. Сбывай, ну, ладно, сбывай. Тогда, наверное, стоит, если атака провалилась. Кстати, атака была очень хорошая. Прям под объектив. Понимали они, что ПЛ пойдет забирать этот аганим-шардик. Нужно теперь самим пойти забрать свой. Хотя... Ну, в принципе, для Дума неплохой аганим-шард. Это будет либо для Дума, либо для Мираны. Возможно, из-за этого не хотят они идти и забирать этот объект. Хотя, похоже, что там Лишрак как будто бы один. Да нет. Просто за руной мудрости он сходил. Дуэль. Ну, урона здесь не хватит на дуэль. О, бонус, идеально. Не получит себе. Идеально улетает кьюб на форсике. Прячется. К себе. Да ладно. Он это чувствует! Там вроде вард стоял, но я не уверен, что он обзор давал такой. Бладмейл появляется у Легион Командер уже. Скорее проблема для снайпера, про которого я забываю. Он просто исчезает с карты, он фармит очень много. Снайпер так это тоже проблемка. О-о-о! Очередной Рошан, заметь. Сегодня все Рошаны без драки. Просто, типа, заходит команда на Рошана и забирает его. И все. Как бы конец истории. Ну и что, получается... 5 минуток еще будет фармить команда Into the Bridge. Но ведь чем больше они фармят, тем меньше шансов на победу. Мне кажется, что Сларку, несмотря на Aegis, нужно пойти и начать драться. Нужно пойти Into the Bridge забрать свой объектив на Аганим Шард, получить золотишко опыт. Они вроде как этим собираются заняться. И после этого нажать какой-нибудь смог, поехать.
несмотря на Аегис. У Пейла Мидас. Пейлу нельзя давать фармить так бесплатно. Нужно как-то забирать карту. Появился Infernal Blade, но пока что он еще в троечку. Когда будет в 4, будет вообще неплохо. Ну, окей, окей. Да, просто, и правда, ты говоришь, Айви получает очень много времени. Очень много фармит. Делает это практически безнаказанно. Это немножко меня... Немножко меня удивляет. Так, ну вот лотусы, кстати, собираются. Собираются лотусы. Я думаю, что реально план там поднакопить лотусы и там под второго Рошана уже не звучит так фантастически. Хотелось бы вся команда Ави вообще реконнектится, как будто бы они все на буткемпе находятся. Сегодня очень много игроков вернулись в доту, естественно, поэтому, я думаю, может, серваки даже чувствуют определенную нагрузку. Там онлайн сегодня 800 тысяч пробил, что примерно больше, чем на 150 тысяч в среднем было до патча. Ну, понятно, многие пришли в доту, хотя, будем честны, этот патч, он явно там много игроков новых не принесет, потому что впервые за, не знаю, лет 5 доту усложнили, а не упростили. Обычно все-таки все патчи упрощали там варды, как поставить варды бесплатные, там вот эти кемпы. Вспомните, раньше ты даже не мог видеть этот кемп, лагерь, вот этот квадратик. Ты должен был просто это чувствовать, должен был это знать. И доту упрощали, этот патч прям ее значительно усложнил. Ну, я бы не сказал, что прям ее значительно усложнил, просто добавили несколько новых аспектов, за которыми нужно тоже следить. Я бы не назвал прям каким-то усложнением, это уж точно. Дота стала интереснее, это бесспорно. Ну и, кстати, смог. Забрали шард, нажали смог, пошли Воить. Драться даже в Аегис. Сларк выходит. Ну, даунбрейкер классная цель. Там алибард. Это лучшая цель. А, алибард еще не появилась. Ну, сейчас Сларк может нормально понабирать стаков просто на халяву, еще и дума ставить. Смотри, стаки. Пфф, там очень много стаков уже. Ой-ой-ой. Но при этом, ну, кажется, Ади уйдет. Драка в другой половине. Прямо сейчас нападение на Снэпфайр. Дуэль прошла, минус Снэп сразу же гонит дальше Ада. Как же много стаков Эссеншифта. Пока это груша для питья, идеальная. 29 То! С одного героя. Он еще лотос нажал, чтобы похилиться. То есть еще больше стаков подарил Сларку. То есть 29 ударов сделал Сларк, получается, да, с ума сойти. Ну, я думаю, Ада, кстати, не понимает вообще, что происходит. У его команды есть ПЛ, есть снайпер. У снайпера, тем более, есть Аегис. Могли бы, возможно, подраться, его спасти. Столько времени на него потратили. Оксане, что, две жизни? Карты. Там команда уже на месте. Оксане не боится сейчас отлететь? А если дуэль? Дуэлька в КД еще. Больно. Опа, вот это паунс. А вот и 30 снайпера. На нашли Пэла настоящего. Стреляет по пуля. Выходит Суприи. Можно убить Эмершина, но свою работу уже выполнил. Выбили Аегис. Теперь надо убить Пэла. Пэл под думом. Ничего не может делать. Получает печеньку. Хватит ли урона? Нет, Пэл очень быстрый. Уходит из драки. Он вернется. Лишь рак дает стан, но больше фокуса не будет. Нужно команде ITB, похоже, уходить. Нет, они остаются в драке. Hurricane Pike на атакера. Гос нажимает респект. Атакер закидывает лужу под себя. Паунс. Нужно выйти из драки, если дадут такой шанс, конечно. Минус 2 саппорта от Ivy. И Supreme. Ну да. Даунбрейкер рядом. Ну, не усп... Слушай, плохие новости пока, скажем так. Ну, это была Aegis, конечно. Ну, тяжело. Вот это ворвался, атакер. Подъел. Но как-то так, тяжеловато идет, конечно, тимфайт. Тяжело для этих. Но при этом все же огромный импакт внес Аегис на снайпере. По идее, если бы не Аегис, у снайпера, возможно, бы не Дизоль была бы КБ. То есть он бы другую сборку себе сделал. Поэтому видим мы, что очень много урона он внес за драку. Несмотря на то, что его первого завкусили, не получилось его дважды убить. Хотя были близки на самом деле, Into the Breach, к тому, чтобы это осуществить. Так, Vanguard появляется у Immersion, судя по всему, хочет он купить себе еще и Crimson. Очень хороший выбор против ПЛ, неплохой выбор против снайпера. Откатываются... Все спылы у Сларка откатываются, можно снова в атаку идти.
Да, без Аегиса и правда будет попроще. Ну, тут, видишь, так сложилась еще драка. Да, вроде, может быть, Аегис был, но и у Сларка было столько стаков за счет убийства Доумбрейкера еще в начале драки. Нападение на Респекта. Есть Мунлайт, есть Липы. Наверное, должен уйти. Ну да, окей, это не нападение. Да, ну, Айви вообще не могут по карте играть. Если Into the Breach захотят, они могут просто всю карту расфармливать. И умереть здесь очень трудно. Гем, кстати, у Инчи появляется. Мне всегда нравится ранний гем. Это своеобразный медасик для саппорта, если получается находить варды. Но сейчас тенденция такая, что все варды как будто бы ставятся прямо вот на отпост. И, кстати, очень интересный шанс на победу. Я, если честно, думал, что все прямо противоположно. Там Энчантрес находит. Энчантрес на светлячках. Я боюсь, что Сларк может очень далеко зайти. Стрела попала. Но нужно больше магии. Печенька. Сларк тратит много ресов. Можно сказать, что он набирает стаки? Не знаю. По-моему, атакер сейчас рискует вообще погибнуть. Дуэль прошла. Даунбрейкер летит. Все это в Энчантрес. Парни, вы чего? Энчантрес убили, как драться дальше. Дум рывается. Заходит ультимейт. Закрывает снайпера Думом. Так снайперу вообще все равно на эту Думу. Это уже проходили. Я что-то не понял. Парни, а что, Энчантрес это какой-то новый кэрри? Может быть, гем хотя бы украли? Потому что у нее был гем. У килл был точно очень ценным. Если получилось... Гем у Сларка. Да, у Сларка гем, получается, тогда это стоило того. Сиби пытается уйти, есть ТМС бонусный. Окей, наверное, уходит Сларк в спине. На снайпера ворваться? Не знаю, кстати, может попробовать. У снайпера есть пика. И 4 героя рядом. На вижене Сларка видно. Сларк должен сейчас вижен быстро почистить. И валить отсюда. Да, но это какой-то мув, руин мув сейчас был откровенный. Гем это, конечно, круто, но столько ресов. Там только лишь Рак может нормально врываться и убивать Энчантрес, по сути. Все. Ну, по идее, да. Больше магического урона особо нет. Есть еще какая-то Мирана, по идее. Ну ладно, Энча точно плохая цель. Думаю, ее точно перестанут фокусить после этой драки. Гем из нее выбили, уже хорошо. Это было не совсем провально, но близко к тому. Если бы Энча была без гема, это бы точно был провал. Сларк, кстати, с ДД. Продолжает охотиться, если у него ночной вижен. Может он сейчас увидеть ДБшку. Ну нет, не получилось. Не надо Мерчину собраться, я не совсем понимаю, почему он каждый раз снайпера думит. Типа, что снайпером пушка перестает работать, когда ну, он... Ну, как минимум он остается без мома, как минимум пайк не может нажать. Что тоже немаловажно. Конечно, зафорсить его могут нет, его тиммейты. Нет, понятно, понятно. Можно и перепасы снайпера. Но больше пул. Он его не задумит. Это может быть хорошая новость, да. Я ITB шафл, что снайпер... Кажется, у снайпера какая-то, если честно, руинящая сборка. Дизоль, Линка, Пика. Мне не нравится. Может быть, я, конечно, окажусь неправ, и Далус еще сверху. А что, работает, играет на ноль, очень много урона. Вообще, этот снайпер не убивает. Лишрак пока... Я вот Лишрака, кстати, не вижу. Согласен, Лишрака будто нет. Вот что-то он прыгает, бегает. А Лишрака действительно мало. Маловато. А планируется, интересно ли у ПЛ Мэтч Слэйр? Если еще и появится Мэтч Слэйр, то вот тогда да. Тогда будет очень тяжело играть на Шраку. Пока что Мэтч Слэйра никого нет, не планируется. Есть Пашер Тараска. Огромный ПЛ-то на самом деле. Он купит себе еще и если Сенча обизал, у него будет больше 5000 хп. Ну или около того. ITB точно могли на какой-то этапе играть активнее. Сейчас, не знаю, тяжеловато будто выглядит эта карта для них. У тебя Легион Командер 20 урона за 30 минут игры. И, наверное, дуэля 4 было. Атакер. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что творят ребята. Это такая была аккуратненькая встреча. Да, разминка. Я драться не планировал. Ульт Мираны все еще работает. Думаю, что никакую драку здесь принимать... Да нет, похоже, должны, но они сюда готовятся. ПЛ ворвался. ПЛ пошел. Суприм на блинкауте. Дума. Отличный Дум в этот раз. Смогут ли быстро убить Фантом Лансера? Снайпер в этот момент будет стрелять. Залетает дуэль. На ПЛ все ресурсы отдают. Снэпка стреляет в ответ. Фантом Лансер. Как же долго он живет. Убили только сейчас. Выкупается тут же Легион Командер. Телепорт на аванпост.
Снайпера никто не фокусит, Эмерж умирает, атакер стоит, ждет момента, появляется ультимейт через 2 секунды. Может быть, снайпера нужно как-то законтролить. Линку дропнули. Чем дропнули? Блейд от диффуза, но, скорее всего, нет дуэли. За Сташковым погонит. Сташков продолжает настреливать. Как же больно делает это снайпер. Ультракилл для Сташкова, атакер один. Печенька взрывает, и Сларка минус 5. Такое ощущение, что Сларк только что мискликнул на портал. Хотел он, возможно, куда-то уходить и нажимать паунд, чтобы выпрыгнуть из драки, но он просто нажал на портал и пытался уже ТП скастовать. Хотя, возможно, это и был его план, чтобы покинуть эту драку, но провальнейшая драка, просто максимально плохая. Байбек Легионши, смерть, минус 6 героев. Хотя был вроде бы и неплохой дум, но просто не хватает урона уже на ПЛ. Сларку нужно намного больше времени, чтобы разогнаться. Выдают все кнопки в одного героя. Шач. Ребята 30 минут просто практически АФК по карте бегали. Далее ПЛу с Мидасом фармить всю карту. Не знаю, не чувствует карту, не чувствует. Очень много пассивности. Ну, сейчас, кажется, конечно, что... играешь против двух кэри. Два или три кэри, это, кажется, новая мета-патча. Судя по тому, как вот проходят проигры, как мы вообще наблюдаем с новым патчем. Вот у кого больше кэри, у кого лучше кэри потенциал. Если у тебя есть ПЛ и снайпер, то ты, похоже, выиграл. Да, ну либо ты должен, если видишь такой пик, противника давить, противника наказывать по возможности, а не пытаться перефармить драфт снайпера Лансера против ITB. А Мирана не умрет случайно сейчас Торментора? Нормально. Как же тяжело. Но они не могут его пробить, очень тяжело. Канимшар для Мираны. Ну, и стоило ли это того? Такое, да. Ну, это все-таки еще золото, но да, не лучший, наверное, вариант. Мирана, я бы сказал, вторую карту подряд показывает себя не особо полезной на карте. Да, есть такое. Ну что, Дума Кримсон, ну, Дума Мека. Дум собирается еще и грифсы выходить, но... Кажется, все эти ауры не помогут, если снайпера не фокусить, если снайпера не убивать первым. Также Инче пытается огнем шарт. Ну, это уже другой разговор, мы об этом вспоминали, что это такая потенциальная имба. Ну что, заходит на хайграунд сами ребята из Айви? Я не знаю. Я реально не знаю. Я смотрю на снайпера этого, я не понимаю, как убивать. Я удивлен, что еще столько процентов дает Dota Plus на ITB Shuffle. Честно, не знаю. Расчет на легионку, что ворвется с блудмейлом и убьет снайпера, или снайпер сам себя убьет. Ну, может быть. Может быть. Но что делать сейчас, непонятно. Сложно. Пока что легион еще не оправдывает себя. Да, линия вроде бы более-менее хорошая была на топе у легионши вместе с думом, но при этом по игре импакта крайне мало. Несмотря на переработку, легионш, конечно, остается таким героем слабеньким, судя по этой карте. Под легионку хочется саппорта, который может помочь в дуэли. Бич Доктор, Снэпфайр, не знаю, там еще Джакиру в конце Скаймак. Концов, я не знаю. Что угодно. А у тебя Дум, который думит снайпера 70% файтов. Ну, он хотя бы вот кого-то думит. В такой игре-то не просто. Не, ну, Эмершин хорош, он и ПЛ находил несколько раз. Просто его команда не могла этого ПЛ загрызть. На варде, кстати, находится сейчас Into the Breach. Знают авиа и их местоположение. Тем более, что тут еще и смотритель стоял. Себе, да, понимает, что не вывезет. 20 урона, 20 урона у Легион Командер. Просто фиаско. То есть, обычно такие варианты, ты понимаешь, что у тебя Легионка там 150 урона имеет, и ты такой, окей. 150 урона, весьма солидные цифры. С этим можно играть доту. У тебя уже реально дэмэдж-дилер такой, что в соло убивает и коров. Кстати, интересно, с таганимом. Можно ли руной мудрости восполнить ботл? Да, да, да. Нижний точно можно. Мы это ты видели. Проверял? Мы это видели вроде в одном из матчей. Ну ладно, поверю. Юпэ. Может здесь и погибнуть. Прям в руки к Эмершину попадает. Успевает залутать себе один лотус, прежде чем отправиться в таверну.
Ну хоть какой-то. Хотя бонус. Бы так. Это лучше, чем давайте Doom снайпера. Да, но при этом Эмерч находит около этого бассейна и не берет лотусы. Да вообще. Их просто игнорируют. Ну что, сможет ли Сларк выиграть такую игру? Посмотри, всего лишь 6 тысяч преимущества, как будто бы больше было за командой Иви. Бегает Сларк, у него очередной гем. Должен был он гем потерять в прошлой драке. Значит, это точно новый. Миране только что дали за вард золото. Так что да, это точно вард, ну, гем Мираны. Небольшое преимущество, Айви, я тебе скажу, при этом. Всего лишь 6 тысяч? Да, ну герои вроде бы получше у них, лейт. Суприм. С нигилизмом. Атакер уходит на паунсе. Настоящий ПЛ в атаке. О, а что вы мне сделаете, говорит Ксани. Они хотят развернуться, парни, в большинстве. Суприм вышел. И что? Ничего. Забавно. Вообще, эти беда. Ты просто убегает. Просто в панике. Да и Аегиса нет никакого, может быть, стоит действительно подраться. Шмоточки. Но хочется, наверное, найти преимущество, хотя бы численное. И сейчас его точно нет. Не хватает, наверное, чтобы жетон 4 разряда не писало, чтобы писало, какие шмотки выбирают игроки, да? Какая нам разница, ну выбил жетон 4 разряда, и что? Что нам с этой информацией делать? Ну, я думаю, переработают. Ну да. Ну это понятно, еще осталась старая механика. Потому что мы даже не, да, не знаем, что какой-то выбор. Может быть, и такая инфа будет. Аганим и Доумбрейкер. Ну, теперь... Смотри, кастуется дуэль. Во-первых, Доумбрейкер может помочь. Во-вторых, Снэпфайр может сожрать своего тиммейта, выкинуть прямо с дуэли. И дуэль отменится. Короче, тяжело. Тяжело становится там. Ну, рассчитывать импакта... на то, что в дуэли снайпер убьют, это маловероятно. Импакт от Легионша мы больше не ждем. Я с тобой соглашусь. Мы ждем импакта от атакера. Сейчас пытается он убить Инчу, но у Инчи уже третий untouchable. Убить ее не так-то просто. Да не то чтобы убить, хотя бы пару ударов ей дать. Уже огромный успех. Так, ну что там, Сларк побежал в триплу. Он вообще... А, ну не знает. Он пока не знает. Теперь знает. Ну здесь нет снайпера, кстати. Может быть, Сларк понял, что его видно. Пропал Shadow Dance. Пытается как-то играться, но... Насколько же Интезабричу нужно хорошо сыграть, чтобы выиграть? Снайпер все еще... Кого ж ты бьешь, атакер? Он же второй раз пытается ударить Enchantra. Стрела прилетела, но это все еще плохая цель. Снайпер бежит, и все, эти шаффл бежать. Да как же это забавно выглядит. Но они просто не могут драться больше, я, если честно. Не, все, я думаю, эти бешафл такие думают, так, ладно, парни, давайте затянем еще на минут 20-30, и тогда у нас шанс будет. Я не вижу другого плана. Что поменяется? Я, если честно, не вижу вообще, что Легионша, допустим, стоп, Мидасик Легионш, ты вообще видел его? Я нет. Только сейчас заметил. Когда как раз-таки говорил про скейл в лейт, может быть, именно Мидас будет являться ключевым фактором того, что у Легионша появится фарм. По идее, это фарма на карте очень много. Можно постоянно бегать, собирать эти кемпы с краю карты. Старый с кемом. Все дивардится. Наверное, можно играть за счет того, что у Айви вообще нет никакого вижна. Врывается Суприм, куда врывается? На снайпера. Вообще, это шанс. А если у него БКБ? Снайпер, правда, с сыром. Снайпер с сыром. Алибарда вообще работает. Вешается на Сларка. Снайпер могут убить, успеет держать сыр. Нажимает в последний момент, получает дуэль слишком поздно. Но есть оглушение. Дуэль снайпер выигрывает, умирает тут же. Пока неплохо для этих бешафл. Все даже крайне годный драфт. Файт. Дум в таверне. Сларк уходит. Мирана должна уходить. Окей, алибарда через пару секунд. Два липа остаются. Нет, один лип был, но... Да неважно. Даже если Мирана умирает, это очень хороший файт. Сларк. Эбисел, Shadow Dance, нигилизм, на Доумбрейкер, врыв, под Бладстоуном, Доумбрейкер пытается убить, минус ДП, ПЛ остается в тимфайте, как драться дальше, никак, Суприм, под башами, не помочь здесь лишь Раку, минус 4 на 3 игроков команда Айви, но чуть-чуть бы успели добить снайпера до сыра, да может быть вообще сейчас ITB бы и были в плюсе и не теряли бы ни Лишака, ни Мирану.
Да, в принципе, более-менее равный файт. Да, на 1000 больше золота получают Айви, но при этом это показывает то, что могут все-таки драться Айви. При этом у них падает барак. Я имею в виду, показывает то, что Интез и Бридж могут драться. Айви это, естественно, могли драться. Мы все время говорим, что они в позиции намного лучше. Но сейчас вот после того, как уже барак падает после драки, все не так радужно. Уверенно, помаленечку Айви идут к победе в этой карте. Появляется Рошан через 50 секунд. Появится он на нижней половине, потому что сейчас идет день. Днем Рошан появляется снизу справа, ночью появляется слева сверху. Да, жестко, жестко. Ну а тебе и шаффл сами должны себя винить, что затянули до такого этапа, когда сейчас нужно что-то выдумывать, фантазировать. Но будто эта драка показывает, что шансы все же есть. Что шансы все же появляются. Контролируют ATB при этом руны, очень много опыта лутают. Там по опыту, наверное, вообще забавно графики могут прыгать в зависимости от подбора этих рун. И до Рошана 10 секунд. Опа, тут у нас Enchantress. Ну а что ты сделаешь? Она тем более, походу, еще с гемом. Ты убежишь ее, пока дают шанс. Ну как Enchantress по нетворсу перегоняет Дума с Дваором 4? Ну как это вообще происходит? Конечно, но это, возможно, да. Тот самый Аганим Шард, имбовый, который позволяет их два крипа перематывать. И может нафармить вообще всю карту. Крипов, благо, достаточно для этого. Что, за Рошана драться нужно? Играть против Аегиса Сыра... Ой, Аегиса Рефрешера вообще желания, я думаю, никакого нет. А это, кажется, Аганим, а не Рефрешер. А, да-да-да, Сила Света, конечно. Аганим, Аганим. Стрела. В иллюзию. Атакер вышел. Паунс, да ты что? Пэл один. Нужна дуэль, нужно что-то. Но они ищут именно снайпера. Пэл из драки уходит. Снайпер нажимает пику. Легион Командер ждет момента. Ну где же ты, Ксиби? Линку. Дропнули снайпер. Снайпера фокусят очень жестко. Что там, бабка съела? Я не заметил. Бабка съела, но там Дум висит. И бабка не может ничего никого выплюнуть. Лишь минус снайпер. Всех убивает. Ой-ой-ой-ой-ой, какой же ТПС! Какой же урон! Байбек от снэпки. Ксани остается. Сларк поручает Эбисал. Атакер на дарпакте. Еще один паунс. Уходит в невидимость. Остается респект в этой драке один. Еще один лип. Кьюб после бая. Выкупается Эмирана. Битва за Рошана продолжается. Пока главное преимущество отсутствие байбека у снайпера, которое тебе могут использовать. Но у Суприма очень мало маны. Нужны какие-то лотусы, манга, танго. Нужно восстановиться. Нужно подчекать хипа Рошана. Может быть, стоит его забрать? Может быть, он лоу? Стрела. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Стрела мимо, все в порядке. Что там по Рошану, да? Ну, такое себе, такое. Тяжело идет Рошан. Тяжело, тяжело идет, хоть и много стаков. У Суприма вообще нет маны для того, чтобы драться. 3700, 3500, вообще, вот так отнимается мало, с ума сойти. Но при этом у Сларка вроде как много стаков, 19 Опа. Штук. Опа, кто там, крипочек полетел, иллюзия полетела, Суприм. Нигилизм нажал, а может быть дуэль нажать? А может быть дуэль нажать? Ну там нет, там снайпка рядом, нет смысла дуэли. Кажется, Рошан это Рошан за дайр, потому что нет маны у Дишрака, как вообще драться? Ксиби, Эбисал. Без маны легионка может оказаться просто так. Бежать Ксиби, Ксиби уходит. Паунс на настоящего Пэлла. И что толку, если ресурсов для драки нет? Рошан остается. Пика. Ксани, еще один паунс. Сюда летит Дума. Даунбрейкер прилетает с фонтана уже. Ой-ой-ой, по-моему, затянули. Ребят, у Сларка очень много стаков. Даунбрейкер прилетает. Дум оказывается тут же в стане. На лоу хп. Пэл может погибнуть. Есть и стан. Минус Пэл тут же выкупается. Телепорт пошел на аванпост, на который в лесу команда ITB давит Даунбрейкер. Даунбрейкер погибает. Лишрак уже с фул ресурсами. Рошан на лоу. А что по Рошан? Снайперу? Не понял. Он перешел! А что? Точно, ночь наступила. Господи, я ITB такие, так, что происходит? А снайпер-то уже прилетел, понимаешь, на аванпост? Ну, у снайпера есть портал, точно такой же, как у Интеза Бридж. Ну, пока до него дойдет, уже Рошан упадет, понимаешь, в чем прикол? О, и рефреш выпадает в итоге. Я не знаю, насколько он нужен здесь, но лишь рак рефреш. Не знаю, не знаю. Аганим, конечно, был бы... Хотя кому Аганим у ITB? Кому? Думу? Ну, Думу, да. Да, Думу. Как... Не, ну, конечно, это Dota 3. Я уж подумал, что Инча в соло убил Рошана. Смотрю, пустой Рошпит стоит. Инча, думаю, Джим Минсен, что-то наделал. Но нет. Так там же и парни заходят так же, такие, так, от тебя Рошан-то. Ну, хорошо, они быстро среагировали, а то... Непонятно было вообще, что происходит. И 51 стак у Сларка до сих пор. Есть еще и талант у него, похоже, на длительность стаков. Можно резать, можно бежать резать. Да. Но он в Солянова не уверен, кстати.
Ну, можно пробовать. Почему? Аегис есть. Можно рискнуть немножко. Его быстро точно не убьют. Команда успеет подойти. Сразу. Пика по лицу. Да, ну пока это самая интересная карта на сегодня. Какие-то качели. Покупка на 40-й минуты или там 35-й Мидаса Легион Командер, который в итоге, похоже, окупается, дает свои плоды. Топовый урон у Лишрака. Ну и... самая интересная развязка предсказать здесь никто не сможет. Чем все это закончится? Баунти руны. Плюс 117 каждому. Кстати, появились объективы на Ганимшар. Никого они вообще не волнуют. Стоит то, что слева, что справа. Слушай, а если Дум сейчас прыгнет? Даже снэпка сейчас хорошая цель для Дума. Я вот так смотрю. Даже снэпка хорошая цель. Ну, здесь уже вся команда Ави на месте. Будет точно какая-то контратака, если Мершин ворвется. Но все равно Айви не подставляется. Хотя могли бы забайтить. Два дума нажать. Ну, тяжелая задача. Тяжелая задача для Эмершена. Ну, Легион Командер обживается уроном. Я смотрю, так Сильвер появляется. Нормально. Уже могу представить, что даже в соло дуэли может нанести Легион Командер критический урон для того же снайпера. Снайперу, знаю, что мы хотим. Сатане хотим, наверное, какой-то, если там его еще нет. Что-то вот такое. Нужно как-то по ХП... себя забафать. Сатаник. А, ну тут. Это, слушай, а это уже какой-то прям большой-большой лотос или все еще. Это тройной, походу, уже. Два больших. Тройной. Я точно вижу, да. Не. А, да, да, грейтер. 900. На 900 два... хп. Да. Круто. 25-й у снайпера появляется. Снайпер байбека нет. Денег нет. Плюс шарт. Томбрейкер гоним шарт. Окей. Ну, сейчас, конечно, Айви ждут. Я думаю, что ITB Shuffle не то, что прям настроены идти прям ломать базу. Они только камбэкнули. И у нас еще одна карта, которая длится уже под 50 минут плюс. Ну да, пока что самая быстрая карта за сегодня была длительностью 41 минуту. И то она закончилась только благодаря очень удачной руне ДД, за счет которой получилось быстро базу снести. Так бы она тоже могла идти 50 плюс. Там потенциал на это был весь. Ну и здесь, судя по тому, какой деф-потенциал базы есть у Айви, карта тоже может идти очень долго. Дума Ганим купил себе, смотри. Ну это, конечно... Теперь главное Думу жить в драке. Я думаю, с этим будут небольшие проблемы. Ультимейта можно нажать. Есть Лебарда, есть Кримсон, но очень плохо, да, на самом деле. Да. Наверное, ты прав. Наверное, это прям не цель там на 3-4 секунды. Ну, Дум сейчас жесток, может быть... для ПЛа. Томбрейкер, конечно, все равно сейвит очень жестко. Ганим был куплен. Блаторн. То есть ПЛ не покупая, не апает диффуза. Атакер. Дропак сработал. Дум ворвал. От Иммершен. Иммершен, как всегда, я смотрю. Иммершен иногда не чувствует момента. Ну, рефрешер есть. Ну, ладно, я Дум дал. Конечно, есть, но как-то не хочется его жать. Просто вот, типа, просто взять и нажать. Там Мирана что-то глубоко заходит, вовремя уходит на липах. Справляется, респект. Кстати, я не понял, почему такой долгий КД Дума? Хотя у Иммершена точно должен быть уже талант на минус КД. Ну да. Ну 110. А сколько? Не больше, не Октарин же не куплен. Ну ладно. Айви 30 секунд ждут и ждем от ребят атаку. Пока, конечно, проблема, что Пел потолок уже стучится по фарму. Снайпер тоже близок к этому потолку. И ты, конечно, набирая больше урона, ты всегда можешь сам себя в дуэли убить. Как бы там тебя не пытались спасать. В конце концов, всегда Дум может просто прыгнуть под эту дуэль. И Снэпфайр уже никакая не поможет. Октаринус Ларка. Расскажи, в чем? Да ну. Прикол? Не знаю. Он, похоже, он его купил и продал. А рецепт это зачем? Нет, стоп, рецепт ему летит. Не знаю, Октаринус Ларка, ну что? Явно какой-то рефрешер выглядел бы получше. Ну... Октарин. Чем Октарин? Ну, я не могу объяснить, почему Октарин на Сларке. КД меньше, то еще. Интересно. Крайне любопытный выбор.
Участвуют диффуза, которые опять же апаются. Не знаю, может, ребята не помнят, не в курсе вообще. Ну, или это, может, еще ни разу мы не видели, чтобы апали диффуза. Хотя, ну, непонятно, на самом деле, насколько хорош этот ап диффузов. Пока что его, ну, полностью игнорируют. У тебя слот дает больше статов, больше урона. Зачем тебе оставлять диффуза, если их можно просто апнуть? Ну, типа, ты замедляешь врага. Ты получаешь больше урона, больше интеллекта. И у тебя эффект диффузов-то остается. Ничего не меняется, понимаешь? Поэтому... Ну ладно. Рано или поздно же диффуза придется либо продать, либо апнуть. У тебя выбора вообще не будет. Заметил, как за последние минут 5, после того, как забрали Интеза Брич Рошана, вообще ничего не произошло. Просто ребята бегают и фармят кемпы. Потому что кемпов много, пофармить все не против. У ПЛа байбека нет, ПЛ дожидается своего байбека. 11 тысяч преимущества уже с командой Интеза Брич. Просто партийный фарм эндшотов. 25 левел, кстати, на Легионш. Плюс с учетом за талант. Это БКБ от пресс-атаки. Ну да. Дефолтный. Невосприимчивость к эффектам. Типа. Ну да, БКБ. Ну, БКБ. Теперь, да, что? Теперь просто это так называется. Да-да. Занудно. Ну что, заход в спину. Дума, два ультимейта есть. Два стана будет. Не знаю, если вдруг. Может быть, два стана потребуется. Так, ну что там? Вообще интересная точка для нападения. Вард Уайви стоит под порталом сил света. Дум съедает крипа. Ну, Радик в легионке. Что? Что? Снайпер, походу, в Нинджа Гири бегает. Из-за этого только его не заметили. Но в плохой позиции очень Нинча. Должны ее ловить, должны ее убивать. А может, даже доль залутать? Или не, не, наверное, не надо. Да почему бы нет? А вдруг это гениальный байт? Опа! Сюда! Халява для Ксиби. А у него сколько урона-то уже? 50? Ну вот он 30-ку залутал. У него было 20 всю игру. Да-да-да. Ну все. Сейчас пойдет игра. Радик. Клака. Ты понимаешь силу Ксиби? Просто билд буквально. Вангард. Через Женю. Блинк. Пайп. Мидас. Мидас, да? Потом Сильвер и потом Радик. Ну вот это, конечно, снайпер, сборка. По опасности. Опа! Кто это тут у нас? А не это кто у нас? Попасть. Сларк. Или Сларк тут у нас, но прозатак. Прозатак, пайбэк от Энчантрас. Просто развели. И полтора минуты до Рошана. Рошан, который будет играть за силы тьмы. То есть снова рефреш. И 5 минут, чуть больше 5 минут, до тир 5 шмоток. Хоть игры все у нас были очень долгие, но терпеть шмоток мы пока что сегодня еще не видели. Пока не видели, да, и здесь похожа эта карта. Вот есть 17 тысяч преимущества, но такое ощущение, что ничего уже это не значит. Просто настолько поздняя минута, возможно, не самый универсальный нетворс у Ксиби, то есть у него много... Но какие у него там артефакты? Не согласен. Мне кажется, он очень хорош сейчас. Он очень живучий. Радик, он же против ПЛ, как я понимаю, имба-слот. Ну да, 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 очень хорош. Так. Но при этом у ПЛ уже есть Бладторн. Тоже замечу, что Трустрайк у него имеется. БКБ жмется, прозатаки нажимаются. Видишь, прозатаки тут по области залетают уже. Опа. И вот уже и для Лишрака гоним шарт. До сих пор у Легион Командер нет. Да и как-то Айви геймшардов не повыбивали достаточное количество. 20 тысяч перефарма. А что я тебе говорил на 35-й? Что я тебе говорил на 35-й? А что ты говорил? Я не помню уже, что давно было. И нужно затягивать еще на минут 20-30. Я такой, да не, а что типа произойдет? Ну да, я вот, если честно, не понимал, как они будут скелиться, но меня очень сильно удивил Суприм на Шраке, сколько урона он в драках может давать, потому что до этого он бегал. И как будто бы от него импакта вообще в драке не было. Его не чувствовали просто. Но вот что-то случилось. И стал наносить очень много урона. И заметь, в топе драка намечается. Да. Давай смотреть. Опа, Варди классный очень. Эбисол на Мирану. Хочет ли драться здесь дальше? Мирана, липа есть. Прыжок. Мирана уходит. Ксаня летит дальше. Выходит атакер. Паунс в помойку. Сларк улетает далеко, выходит Суприм, нужна помощь, пика на Суприма, может быть какой-то тум ворвется, нет, все, ITB понимает, что надо уходить, понимает ли это атакер, или ребята хотят напасть второй волной, атакер выходит, Паунс очень быстро откатывается, врыв на снайпера, снайперу дропают линку, еще залетает, дум, пошел дум,
против снайпера. Урона маловато. Снайпер очень живучий. Immersion поддержки никакой не находит. Дум просто бегает по тимфайту один, нажимает еще один ультимейт. Давит снайпер, нажимает стоп. Как же много ресурсов тратит Дум, чтобы убить снайпера. Снайпер просто бессмертный. Сларктер наберет сейчас 3 миллиарда стаков. Похоже, Дум выходит на снайпера. Летает алебарда. Еще один Дум пошел. Immersion просто за всю игру показывает, что он здесь босс. Ну и Даунбрейкер под Думом, добить ее не получается, погоня продолжается за снайпером, наконец-то его убьют, минус снайпер, он с байбеком, снайпка уже вернулась в игру, Легион Командер без байбека, драка против ПЛ, еще один неточный паунс, алибарда на Сларка, Сларк Шэдоу Дэнсом, выкупается снайпер, успеет ли атакер уйти, атакер, Магурона хватает, Кьюб делает фраг в Шэдоу Дэнса. Ну, сейчас Айви за это должны получить Рошана. Нужны итоги боя. Нужно понять, кто вообще выиграл по золоту. Скорее всего, в любом случае, интезаблики должны пока что быть в плюсе, но... кстати, даже нет. Даже с учетом того, что снайпер байбекнулся, все равно на 3000... На 2000 больше в Айви. Плюс еще сейчас будет Рошан, плюс еще контроль карты. Ну, и это должен быть полноценный камбэк в таком случае. Да, тут, конечно, не Агадим, тут рефрешер. Скорее всего, этот рефрешер будет хорош для Ады. Да, наверное, единственный тут герой, который мог это залутать, наверное, еще снэпка могла быть. Но, возможно, Сларку придется делать байбек. Тавер дэмэджа очень много, ПЛ снайперу, снайпер с дизолем. Никто не скипает пачку на топе, ну все. Это минус бай на Сларке, еще более серьезный удар по бюджету команды Radiant. А чувствуется, что урон не хватает Сларку, вот Токтарин... Урон-то не дал. А чувствуется, что не хватает трустайка никакого. Есть ульта Даунбрейкера, есть баттерфляй, и Сларк просто не попадает. Это как вообще возможно? Это как? То есть у Сларка МКБ нет вообще, да? Да. Но это небольшая руинка. Но это руин. Это какой-то гиг-руин. Он покупает этот дисперсер, но... МКБ это кто купит? Не, ну это реально руина. Это гиг-руина. То есть куплен Октарин против Даунбрейкер и... Снайпер, который с бабочкой 20 минут уже или 30 бегает. Вау. Вау. Да уж, ну, вроде бы отделались малой кровью. Две линии лишь. Суммарно упало. Рошан потеряли. Ну, забавились часто. Ну да, поэтому... Байбек Сларк не нажал. Это, конечно, плюс. Кстати, но дважды снайпера убить не смотри. Знаю. Смотри. Ну, действительно, нет байбеков ни у Инчи, ни у Снэпки. Все байбеки у команды Radiant есть, можно идти и драться. Можно прямо сейчас выигрывать игру. То есть, да, ну как снайпера два раза убить, я не знаю. То есть, надо дуэль. Надо две дуэли. Надо три дуэли. ПЛ. Ну, ПЛ это плохая цель, наверное. Наверное, вот да, снэпфайр это сейчас очень крутая цель, снайпер. Ой-ой-ой-ой-ой, Сташкова видно. Дум, прыжок, сразу же. Дум закидывается, летит Даунбрейкер. Посмотрите, вообще не попадает по снайперу. Очень мало урона. Дуэль при этом остается. Снайпер. Снайпер умирает. Надо же выждать момент и дать дуэль. Ликенсфера, возможно, там прокастован в этот момент. Минус снэпфайр, без байбека. Ловит снайпера. Залетает дуэль. Снайпера могут убить. После байбека минус снайпер. И ПЛ остается драться здесь. Ну, по сути, один против всех. Один против всех ПЛ. Он с байбеком. Хотя бы у ПЛ есть байбек. Даунбрейкер летит. Но уже летит на труп. Да кажется, это, так сказать, помоечку. Но есть байбек, конечно же. Но да, уйти будет тяжело. Импетусы летят. Брейв на Джембинсету. Залетает алибарда. Выкупаются ребята, все, кто могут. Но вдвоем остаются игроки Айви. И об этом инфа у ITP есть. Слушай, как же ты четко прочитал момент, что да. Опа, не понял. Нет крипов. Нужна пачка крипов. Из этого Лишрак тэпается за секьюрить, чтобы никто не скипнул. Но это было гениально. Это было гениально. И вот этот момент... Ну, молодцы, сориентировались, на самом деле. То есть, вроде Аегис есть, но... Да, отсутствие байбека более важные. О, еще и шмотки пятого тира полетели. Пока выбивает их, правда, Ксани. Да, графики, конечно, 30 тысяч урона. И Лишрак, конечно, топ-герой в таких тимфайтах. Это трон! Это трон! Опа, интересно. Вообще, спасибо нашим обзорерам за такую информацию, но Ксани не пошел попытаться размениваться. И это, похоже, конец. Вау. Да, очень много зашкаливающего. Ух, не, ну слушай, если такие карты будут в этом патче, я, наверное, готов даже по 60 минут смотреть каждый день. Если вот такие вот будут карты с такими качелями, с этими перемещениями Рошана, с этими действиями.